Так, давайте посмотрим, ребята, на каком я уровне. А, на 183-м. 183-м, да. Ладно, поехали. 183-й. Мало, конечно. Алавака, опять, смотри, в третий раз Алавака. Если я его сейчас уничтожаю, то Алаваки больше не будет. Больше он со мной драться не будет, Алавака этот. На пролом идем к этой Алаваке. Ай-я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 й. Алавака, вонючка, Алавака. Как же мне тебя уничтожить? Так, смотри. Ремкомплект забрали. Ай-я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 й. Да ты чё? Ты чё творишь, Алавака вонючая? У него еще и защита была. Спрятанная. Блин, он меня может уничтожить спокойно. Причем, божечки, божечки. Ах ты, Алавака такая вонючая. Есть, господи, убили мы. Убили Алаваку, да неужели? Все, теперь Алаваки больше не будет. Я его 3 раза уничтожил. На каком я? На 178-м. Поехали. Кто там у меня? Бьюти? Бьюти какой-то. Ой, да, Алавака 3 раза меня вот это вот. Но мы ее уничтожили. Бедолага. Попался, да, мне 3 раза? О, чувак какой-то, смотри. Жнец. Да ё-моё, смотри, что он делает, а. Так, быстренько подлечимся сейчас. Ну, давай. Вот здесь. Вот здесь стоим, ждем его. Прожариваем. Еще немножечко. Ах ты гад, смотри, уехал. Ну все. Щелкнули мы тебя. На каком? На 169-м. Ну, потихонечку мы подходим. А вот этот вообще чувак, у него 259 побед. Офигеть. Офигеть. Мамонт. Мамонт. Ну давай, мамонт. Подъеду к тебе поближе. Так. Давай. Бедолага. Плохо, что у меня не стреляет назад огнем. О! Все. Да вот, к тупику их подводить и там уничтожать. Ну что ж, продолжаем играть. Лига испытаний, мне это не коротко. Мы на 166 уровне. Поехали. На 162. Локи 0.16. Я запоминаю противников, потому что противники, они мне попадаются частенько. То бишь, потому что пока их не уничтожишь 3 раза, как минимум, а так они постоянно тебе попадаются. Так, идем. О! Так, попробуем. Жарим, да, жарим. Прожарили. Есть. Победа. Теперь на 163-м. Так, ну подхожу уже к соточке. К соточке потихонечку подходим. Ух ты! Это кто такой вообще? Опять мне попадается какой-то большой чувак. Так, вот этих надо так жарить. Прожариваешь его и отъезжаешь потихонечку. Чтобы он тебя щупальцем вот этим своим не задел. Вот, все, он у меня, смотри. Ох ты, у него еще эта крутилка. Все, победа. Я уже, ребята, примерно представляю, как с каким танком, как себя вести. Так, с Катюшей как себя вести. Нужно прям близко к этой Катюше подъезжать. Потому что не давать ей пространство. Вот. Пространство не давать ей. Возможность. О! Прям в
тупик ее загоняешь и обжариваешь. У нее ничего не получится. Ну вот победа. Ну что, ребята, продолжаем играть в монетная лихорадка. Посмотрим, у нас статистика. На 158-м я в уровне. Так, все, берем Феникса. С кем? О, ты жнец. Жнец. Я как бы раньше стоял всегда здесь, но я думаю подойти поближе. Так, вот здесь встать. Давайте, прожариваем сразу жнеца и едем вперед. Все, он уехал. Сейчас будем ждать, пока он назад возвратится. Ну, должен, да, возвращается назад. И здесь его прожариваем. Даже если я вот здесь встану. Ага, нет. О, достаю его. И сейчас я его щелкну. Да, победа. Победа, 46. 152. Да, далеко мне до... Хотя бы до 100 уровня дойти. Очень далеко. Следующий. Так, такая же тактика, ребята. Едем вперед. Оба, смотри. Ой-о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 й
Прожариваем, пока он стоит так. Ну, есть. Победили. 47 на каком? На 150-м. О, сейчас мы будем так по одной штучке, что ли, ходить. А сколько у них там вообще побед у этих чуваков? 47. А у этого, у механика, пятое место. 200 побед почти что. Фига себе, 200 побед. Ладно, поехали. Опять Катюша, смотри, ребята. С Катюшей у нас нужно подъезжать прям близко-близко к Катюше. О, хорошо, она провалилась туда. Проехала. Все, встаем прям сюда. И стоим здесь, ждем. Пусть Катюша подъезжает, подлетает сюда. Да, видишь, приехала. Мы ее здесь прожариваем. Чтоб вот так вот она все попадает под мой огонь. Все, уничтожили Катюшу.